хочу всем пожелать радостного праздника Суккот. Хаг Суккот Самеах. Я думаю, все уже живя в Израиле, мы уже выучили эти слова практически на всех языках, которые мы знаем. И помним на тех, которые мы еще не забыли. Но это радостный праздник. Но сегодня я тоже хотел коснуться этого праздника. Но несколько дней назад я хотел говорить о Йом-Кипуре. Несколько дней назад буквально Израиль погрузился в день поста, молитвы. Во многих городах, особенно Иерусалим, в Хайфе, в религиозных городах, религиозные люди, которые ищут прощения или ищут нахождение какого-то искупления, они совершали странные обряды. Я думаю, кто-то из вас видел, кто-то слышал о них, которые появились в 7 веке нашего, после Рождества Христова, в 7 веке. И кто-то, кто живет возле Шука, он знает гораздо, возле рынка знает, что происходит в эти дни, продавали кур. И обряд, который брался до сих пор, он называется, это обряд капорот. Бралась курица, и я попрошу включить одну из наших видео, не видео, картинку. Бралась курица, и она размахивалась над головой человека несколько раз, и провозглашая или символически перенося грехи человека, и все наказание за грехи, и все будущее, плохие события, которые могли бы произойти с ним в будущем, за его прошлые грехи, они символически переносились на эту курицу. И после этого эта курица, ее отрезали, ей голову отрубали, и потом дарили ее нищим людям, людям, у которых мало еды. Я подумал, вау, странная традиция. Ты хочешь, чтобы твои грехи были перенесены на эту курицу и потом передавали другому человеку? Интересная традиция. И эта традиция также заменялась деньгами. Можно сделать ту же самую процедуру с деньгами, перенося ее другому человеку, махая этими деньгами над головой одного и передавая их другому. И до сих пор эта традиция совершается. И мы видим принцип, который был взят в Писании, но был изменен. Перенесение жертвы или перенесение грехов на кого-то другого. И здесь я хочу говорить о другом раввине. Не только о событии, о котором я сейчас упомянул во время Йом-Кипура, но я хочу говорить о другом раввине, которого звали апостол Павел, который раньше был учителем закона, который знал Писание, но который встретился с живым Мессией, с живым Спасителем. Когда он осознал, кто такой Бог, когда он осознал, насколько он сам, будучи мудрым человеком, жил во тьме, он принял свет Божий во Христе Иисусе. И он писал послание к римлянам, или к евреям, жившим в Риме. В Римлянам 10 главе я хочу прочитать несколько слов, которые он писал. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить свою собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что закон, конец закона, Христос, к праведности всякого верующего». Если человек не принимает Божий путь прощения, ему нужно найти какое-то средство замены, какое-то замещение. Павел понимал это, и он говорит, я молюсь действительно о моих братьях, которые подобны мне, которые также, они слепы, они совершают разного рода обряды, исполняют какие-то разного рода законы, часто придуманные людьми, вместо того, чтобы принять праведность, которую Бог дает во Христе свободно для каждого человека, независимо от национальности, независимо от пола, независимости от возраста. Бог дает эту праведность свободно каждого, кто готов ее принять.
И во 2 Коринфянам также тот же человек, тот же апостол Павел, раввин, он пишет: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Вы знаете, до сегодняшнего дня это покрывало лежит на сердцах многих людей, как еврейского народа, так и нееврейского. Люди пытаются заработать прощение у Бога, пытаются найти свою собственную праведность, оправдать себя через хорошие дела, пытаются достичь Бога каким-либо образом, пытаются принадлежать какой-то религии, пытаются что-то сделать, чтобы Бог принял их. Но Писание говорит: Бог уже принял нас во Христе. Он уже принял нас в возлюбленном Сыне. Он уже сделал все. Он уже принес необходимую совершенную жертву. И сегодня мы, как семья Божья, я хотел бы вместе молиться с вами. Потому что Бог желает открыть сердца людей, открыть их разум для истины. Мы знаем, что Иисус, Он единственный путь к Богу. Он единственный, тот, через которого мы можем получить праведность, святость, освящение. Он единственный, который способен изменить жизнь человека. Взять его из тьмы и привести в свет. Взять его из смерти и дать ему жизнь. Я хочу вместе с вами, потому что каждый из нас представляет семью. Также каждый из нас, кто находится в Израиле сейчас или находится в другой стране, мы можем все вместе обратиться к Богу о том, чтобы Он открыл глаза тем, которые не знают Его лично. Пытаюсь добиться своей собственной праведности. Как Павел говорит, не покоряясь Божьей праведности, не принимая Его праведности. Я верю, что Бог будет совершать свою работу в сердцах этих людей. Я хочу вместе с вами молиться. Господь, мы приходим к Тебе, вспоминая о том, что 2000 лет назад Ты, Иисус, принес совершенную жертву за каждого человека, как за еврея, так и за нееврея. И сегодня, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся членов наших семей, наших близких, наших родственников, Господь, наших соседей, то окружение, в котором мы живем, тех религиозных людей, которые также пытаются найти праведность через обряды, через исполнение каких-то правил, законов, постановлений, заместительных жертв. Господь, мы просим, чтобы Ты открыл их глаза. Господь, открой истину. Помоги им, оставляя гордость и оставляя их пути оправдания, принять один совершенный путь оправдания во Христе через жертву совершенного Агнца, Сына Божьего, Иешуа, Иисуса. Господь, коснись их и измени жизни. Те, которые далеки, приблизь их к себе, Господь. И мы просим Тебя так же, как Павел просил за этот народ, израильский народ. Господь, открой их глаза. Открой их глаза, когда они постятся. Господь, глаза, когда они открывают Писание, пытаются найти спасение через исполнение закона. Покажи, Господь, этого Агнца, который взял грехи мира, уже один раз единократной жертвой принес это искупление для каждого, для всех. Открой глаза еврейскому народу, живущему в Израиле или в других местах, кто читает Писание Божье. Открой их глаза, открой их сердца, видеть Христа, любящего, пришедшего от Бога, дающего жизнь, будущность, надежду, единственного Спасителя и пути, путь к Богу. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, благ и вовек Его милости. Я думаю, что мы будем продолжать молиться за спасение. Но сегодня я хочу коснуться несколько того важного праздника, к которому мы с вами сейчас приближаемся. Буквально нам остался еще один день, и мы приходим, будет Эрев Суккот. Понедельник, Йом Шини, начинается этот праздник, праздник Суккот. Об этом празднике мы можем узнать в книге Левит, 23 главе. Я скажу несколько слов о нем. И эта глава начинается с первого стиха, говорит, начинается с обращения Бога к Моисею, и он говорит: «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им:
о праздниках Господних, которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. И Бог обращается через Моисея и говорит: скажи людям, вот те праздники, которые я устанавливаю. Это не праздники Моисея, это не праздники, которые народ Израиля выбрал для себя праздновать, но Бог сам говорит: вот это мои праздники. И в самом понимании, еще раз я напомню, что праздник, это не то понимание, которое мы вкладываем в это слово. Праздник – это хаг. Но на иврите, когда мы читаем это место Писания, оно говорит о моэдим или моэд – священное собрание или назначенное время. И Бог назначает время для того, чтобы мы могли с Ним встретиться, встречу для своего народа. И мы часто говорим о праздниках, и всегда, когда я думал о праздниках раньше, это часто в моем разуме это было день веселья, застолья, это был выходной. Какое-то время, если вы помните, коммунистические праздники, мы шли на демонстрации, у нас были свои идеи, что такое праздник, это было много еды. Были люди, которые не праздновали праздники. Что они делали? Это был еще один дополнительный день отпуска, правда? Люди шли на свои дачи, они шли на море, тоже рядом с морем, занимались какими-то своими хобби, занимались вещами, которыми они хотели заниматься. Это была свобода, кто-то шел на рыбалку, дача, люди занимались любимым делом. Но библейские времена, библейские праздники, говорится о назначенных временах, в которых есть напоминание о том, что было, о том, что прошло. Мы с вами сейчас вспоминаем о событиях, которые произошли несколько тысяч лет назад. На самом деле, самые древние праздники израильские, мы вспоминаем, что же было, что Бог делал с людьми или для людей. И это не только вспоминание о прошлом, но это также праздники указывают на будущие события, которые произойдут. В них есть своего рода пророческий аспект в этих праздниках. И мы сегодня не будем говорить о всех праздниках, но я вам скажу, что праздники, которые Бог установил, их можно разделить на две группы праздников. Весенние праздники и осенние праздники. К весенним праздникам относится первый праздник, вы все уже помните, это начало года, еврейского религиозного года, он начинается с праздника Песах, молодцы. Второй праздник сразу же начинается после Песаха, это праздник Мацот. И третий праздник, он переходит сразу, он тоже рядом, очень близок, это праздник первых плодов. И после, уже очень скоро, также через 50 дней, кто-то помнит, какой праздник? Шавуот, молодцы, день Пятидесятницы или Шавуот. И после этих четырех праздников, или первой части весенних праздников, есть приблизительный перерыв, приблизительно около четырех месяцев, когда начинаются потом следующие осенние праздники. И в этот период мы с вами сейчас находимся. Мы совсем недавно праздновали праздник Рош ха-Шана, который все знают в Израиле здесь под этим названием, но библейское его название – праздник Труб. Праздник трубления в труб, или праздник звука шафара, по-разному его называют, но праздник труб в Библии называется. А следующий после него праздник начинается, который мы называем его праздником, но это день, Йом-Кипур, день искупления, Йом-Кипурим. И да, следующий праздник, который начинается через уже несколько дней, это праздник Суккот. Аллилуйя! И Суккот является завершительным или последним праздником этого цикла, этого религиозного года. И интересно, что первые четыре праздника, они уже исполнились в прошлом во Христе. Мы не будем о них говорить сейчас. Но то, что те праздники, в которых мы сейчас с вами находимся, в них есть пророческое исполнение, которое будет в будущем. Они исполнятся во второй, когда придет Иисус второй раз на эту землю. Аллилуйя! И сегодня я хочу говорить о празднике Суккот, который приближается. И мы прочитаем это место Писания. Левит, 23 глава.
33 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу, в первый день священное собрание. Никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание, да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдаяние праздника. Никакой работы не работайте». И израильские праздники, помните, они начинаются с... начинают отсчет от первого месяца, и это считается первый месяц весны календаря еврейского. И через 7 месяцев наступает период празднования, на 7-й месяц праздник труб. И сегодня, через день, у нас будет начало праздника Суккот. И этот месяц, кто из вас знает, какой это месяц, название его по еврейскому календарю, не по нашему григорианскому, не по солнечному, но по лунному календарю, как он называется? Месяц Тишрей. Молодцы, все знают. Месяц Тишрей. Это будет 15-й день этого месяца. Если кто-то вас спросит сегодня, в каком мы месяце находимся, мы уже находимся в месяце Тишрей. Это был последним и заключительным праздником. Он праздновался 7 дней. Это был радостный праздник. Я хочу сказать несколько слов о его названиях. Есть разные названия у этого праздника. Первое, которое мы находим в Писании, Хаг Суккот, или праздник Кущей, праздник Шалашей. Хаг Хаасиф – это праздник сбора урожая. Зман Симхатейну, или время нашей радости, или время нашего веселья. Или просто хаг, когда в Писании говорится о каком-то празднике, не упоминая точно какой он, все понимают его, знали, что это был праздник Суккот, это был последний праздник. Также в 7-й день этого праздника он назывался Хошана Раба, или Великая Осанна, праздник спасения, Хошианна, иврите. В 8-й день этого праздника он назывался Шмини Ацерет, или праздник 8-го дня, 8 дней, когда все останавливалось. Также в этот день было праздничное собрание, и этот же день также в Израиле назывался праздник Симхат Тора. Почему? Потому что, кто знает уже Израиль, традицию и также чтение Торы, Тора была разделена на разные главы. Тора, Пятикнижие Моисея, Хавтора, Пророки и Писания. То, что происходило, Библия читалась, она заканчивала свое чтение на праздник Симхат Тора, и также начинали чтение снова этого разделения Торы. Поэтому называлась «Радость». Мы закончили, вау! Но теперь в этот же день мы начинали заново чтение. И поэтому этот праздник назывался праздник Симхат Тора, или праздник Радость Торы. Указания и традиции этого праздника. Этот праздник праздновался 7 дней, и люди должны были жить 7 дней. Где? В шалашах. Молодцы. Все как? В шалашах, в палатках. И это празднование также должно было сопровождаться, кто-то сказал, содержав в руках у людей должен был определенный букет. Букет, который назывался, на иврите он называется Арбат Хамини. Давайте вместе скажем Арбат. Арбат Хамини. Или 4 разных, предмета, растения, которых нужно было держать в руке. Мы о них поговорим немножко. В Левите 23 главе здесь говорится о вот этом букете, то есть связке этих растений. 23 глава, 40 стих. «В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые,
и ветви дерев широколиственных, и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней». Мы взяли эту связку этих растений и сделали из них букет, и нужно было с ним веселиться. Кто-то видел, гуляя по Израилю, часть религиозных людей ходят с этим, с этой связкой, с этим букетом в руках. И интересно, что по-настоящему в Библии мы не находим явного указания, что с ним делать, как с ним поступать. И позже в еврейской традиции этому букету дали название «люляв». Но на самом деле люляв – это, вы видите, средняя часть, мы видим это как ветка, но это не распустившаяся ветвь тамара, что у нас тамар, пальма, пальмовая ветвь. Позже весь букет стал также называться люляв. И вы знаете, когда в Библии нет ясного указания, что делать, раввинов, или по традиции у них появляется желание дать толкование и дать объяснение этим вещам. У них появляется свобода для этого. И чтобы дать традицию, букву и объяснение. И в Мидраше деревья, с которых брали листья, ветви для этого люлава, они аллегорически объясняли или указывали на Авраама, Ицхака и Якова. Или они говорили о Саре, Ребекке, Рахеле, Лее и других. Есть множество других толкований. Библия об этом ничего не говорит. Но эта часть стала частью традиции. А позже традиция была добавлена, и, наверное, вы слышали часто об этой традиции позже. Я прочитаю только одну, я не буду вас мучить многими традициями. Одна традиция говорит, например, что ветви, они символизируют собой определенный слой еврейского общества. Ива, видите, забрал уже. Ива, она не имеет ни вкуса, ни запаха и символизирует простых евреев, не обладающих познанием в Торе, ни желанию к добрым делам. Мирт обладает приятным ароматом, но не имеет вкуса и считается несъедобным. Он символизирует евреев, распространяющих как аромат добрые дела, но не обладающие мудростью. Люлав – это плоды финиковой пальмы. Плоды имеют сладкий вкус, но лишен запаха. Это мудрецы, от познания которых можно вкусить, но которые не совершают достаточно добрых дел. И есть такой плод, он называется этрог. Видите, это цитрусовый, похож на лимон. Видели, знаете его, видели? Это не лимон, но этрог. У него есть в достатке вкус, запах, то есть или аромат, и он символизирует тех, кто смог соединить глубину и мудрость познания и широту и помощи ближним. И здесь дается толкование. Соединение этих 4 видов растений, арбат аминим, в одну связку символизирует единство всех частей еврейского народа. Все мы очень разные, но составляем один народ. И соединяя 4 вида, мы показываем, что осознаем наше глубинное единство и признаем необходимость объединения, несмотря на все различия. Я вам прочитал традицию. Бог ничего не говорил об этих вещах. Но когда я читал это место Писания, когда люди объясняют, пытаясь объяснить значение этих ветвей, которые находятся в связке, называющемся, я вспомнил другое место Писания, которое находится в Новом Завете. И это местописание связано с молитвой Иисуса, когда Он учил своих учеников, как молиться. Мы многие ее знаем под названием «Молитва Господня». Я думаю, мы все знаем ее, кто-то знает ее наизусть, кто-то ее молится каждый вечер, утро. Я хочу ее прочитать. Матфея 6, глава 9 стих. Иисус сказал: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах,
да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Эта молитва, вы думаете, почему ты прочитал ее сейчас? И я вам объясню. Как в этот праздник люди вкладывают разные значения, значения этого букета, если его можно назвать, или связки этих растений. Вкладывают в него различные значения, объясняя единство в разнообразии. Иисус, почему я хочу говорить об этой молитве сейчас, или упомяну ее? Иисус говорил в начале перед этой молитвой, Он говорил к людям о личных отношениях. И Он говорил о отношении их к Богу Отцу. И Он говорит, не уподобляйтесь религиозным людям или язычникам, ибо они, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. И Иисус указал на взаимоотношения, которые были у еврейского народа с Богом. Он говорил, ваш Отец. И когда Он дал молитву, Он сказал что-то особенное. Мы часто не обращаем на эту молитву, на эту часть внимания. Кто-то произносит ее быстро, и для кого-то это нужно просто как запоминание, как оберег, или как что-то, что сохранит его в течение дня. Но молитва, которую Иисус показал отношения друг к другу, нам. Иисус говорит, Отец наш. Иисус бы мог сказать, молитесь так, Отец мой, сущий на небесах. Правда? Как мы часто, когда мы думаем, Отче наш, о чем мы думаем? Мы говорим о себе. Правда? Мы думаем, ты наш Отец, но мы думаем о себе, вкладываем в эту молитву, включая себя самого, любимого. Но на самом деле Иисус говорит, молитесь таким образом, Отче наш. И реальность, посмотрите вокруг. Вокруг нас находятся другие братья и сестры. У нас есть разный возраст, у нас есть разный возраст духовный, у нас есть разное действительно прошлое. Но что нас объединяет? Это то, что Бог Отец принял нас в свою семью. Бог Отец приблизил нас к себе. Но Он также желает, чтобы каждый из нас осознал, что мы не просто один единственный сын или дочь, которую принадлежим Ему. Мы все являемся частью Его семьи. Нас много, мы разные, у нас разное образование, мы выглядим по-разному, слава Богу, но мы все принадлежим Его семье. Мы отличаемся друг от друга, но мы все возлюбленные Господа, мы все искупленные им. И по этой традиции, когда здесь говорили о разнице, или разнообразие, единстве в разнообразии еврейского народа. Я хочу действительно, чтобы каждый из нас обратил внимание, что Бог видит нас Его семьей. Мы все разные. Когда мы находимся в семье, иногда нам нужно просто иметь милость кому-то другому, кто находится рядом. Возможно, необходимо простить или снизойти к человеку. Он все еще остается нашим братом, даже если он сделал что-то, что мы считаем неправильно по отношению к нам. Он желает, чтобы мы осознавали, мы являемся частью семьи. Мы не одиноки. У нас есть братья и сестры. У нас есть семья, в которую Бог пригласил всех нас. Мы часть Его семьи. Аллилуйя. И мы являемся частью Его Божьего дома. Также об этом празднике, давайте вернемся к празднику, была функция этого праздника. Это было не только время благодарения в конце осеннего сбора урожая. Помните, все праздники они указывают на сбор урожая часто. Им нужно было приходить, евреям нужно было приходить в храм, чтобы принести благодарность Богу за прожитый период времени, принести им удар плодов, которые они собрали со своих участков, или принести жертву Господу. Это было не только время благодарения в конце урожая, но также, или сбора плодов, но это также было напоминание.
Этот праздник был установлен как напоминание о жизни в пустыне во время пути из Египта, из Египта в Ханаанскую землю, из земли рабства в землю обетования. И еврейский народ не просто сел на самолет и перелетел из Египта в Израиль, а у них было долгое путешествие по пустыне. Оно длилось 40 лет. И еврейский народ существовал и жил в шалашах. Они жили в этих палатках в пустыне. Они жили в безопасности. Они переживали Божье обеспечение. Бог обеспечил их водой, едой, защитой. Мы узнаем о том, что их одежда в течение 40 лет, она не изнашивалась. Не знаю, в наше время, когда люди желают менять свою одежду каждый день, я думаю, женщины, наверное, не согласились бы. Но 40 лет наши сандалии, наша одежда, она просто не ветшала. Подумайте, это также говорит о чуде, которое Бог сделал. Не было возможности приобретать одежду во время путешествия в пустыне. Но Бог продолжал поддерживать их жизнь. Он обеспечивал их всем необходимым. Но самое важное, самое удивительное, Он сам был с ними. Он не был где-то далеко, он был постоянно со своим народом. И времена или праздника, этого праздника, в нем есть также семейный аспект. А в прошлом это был праздник, когда нужно было идти в Иерусалим и провести там время перед Господом, радоваться. Это было, Бог приглашал на встречу с собой людей. Также, почему я говорю, это был семейный праздник? Мы знаем, что родственники, они не жили все в одном месте. И в тот период, на самом деле, люди не путешествовали много, как в наше время. Все зависели, Израиль был, это была сельскохозяйственная страна, где выращивалась сельскохозяйственная культура, независимо, они были земледельцами, они зависимы от того, что производила земля. Они не имели возможности путешествовать, не было возможности посетить своих родственников, близких, которые жили в других городах. Они не могли просто путешествовать, когда им захотелось. Но когда Бог приглашал на эти праздники народ прийти, что происходило? Приходили родственники. Приходили, возможно, кто-то встречался, первый раз видел рожденного ребенка. Внуки, близкие, собирались вместе. Это было радостное время встречи. И когда мы встречаемся друг с другом, не видя длительное время, что мы делаем? Задаем вопросы, как дела? Не было возможности тогда иметь мобильный телефон и позвонить, и задать все эти вопросы на расстоянии. Люди ждали встречи. Это было время общения, это было время взаимоотношений, это было время радости, это было время общения с Богом и также друг с другом. В книге Неемии, в 8 главе, также говорится о праздновании этого праздника, о радости, с которой с которой люди праздновали этот праздник. И в наше время, в котором мы с вами живем сейчас, много религиозных людей и светских людей устанавливают шалаши. Поставь, пожалуйста, шалаш. Кто-то устанавливает их у себя дома. Кто-то устанавливает себя на балконе. Кто-то устанавливает их где-то на улице. И для чего? Чтобы провести время, исполнить заповедь, но провести время с семьями. Это время, когда приглашаются семьи в гости. И сейчас начинается период, когда мы видим снова и снова множество шалашей, много мест украшается. Вот это ставь, пожалуйста. И много мест украшается этими палатками, сделанными действительно такими, они не крепкие, это временное жилище, которое напоминает нам о том, что народ Израиля жил 40 лет в пустыне, переживая Божье обеспечение, Божью защиту. И Бог был с ними. Так, по-настоящему радостное время. Я вижу, как наши соседи, и мы также приглашаем в гости, кто бы ни проходил. Я знаю, если вы видели, много людей устанавливают палатки на улице, и у них есть, даже пишут объявление, приходите и посидите в нашей суке, в нашей палатке. Это говорит о чем? Гостеприимстве. Мы один народ. Давайте вместе праздновать, радоваться о том, что Бог сделал. Но в это время также много нерелигиозных людей, светских людей, также празднуют этот праздник, устанавливая палатки.
большая часть людей даже в наше время, они празднуют, не зная и не понимая совершенно смысла этих событий, этих праздников. И когда я приехал в Израиль, первый мой год, я учился в Ульпане, в языковой школе, где мы учили иврит. И первое для меня было такое, как откровение, если можно назвать, и просто понимание еврейского мышления. И со мной в Ульпане училась девушка, которая приехала из Франции. И когда подошло время поста, время праздника, был пост, и она пришла, она, видно было, что она вся, ну, немного грустная была. Я задал вопрос, почему ты грустишь, что происходит? Говорит, я пощусь. Я сказал, ты читаешь Библию, ты знаешь Писание? Она сказала, нет. Я задал вопрос, почему ты тогда постишься? Почему ты празднуешь вот этот праздник? Она сказала, с самого детства вся моя семья делала. В этот день мы просто собирались вместе, и мы ничего не ели. И мы продолжаем праздновать. Я продолжаю праздновать, даже одна нахожусь в новой стране. Я приехала в Израиль, я просто продолжаю традицию своей семьи. Человек продолжал следовать традиции своей семьи, вообще не имея ни малейшего представления, зачем она это делает. Это было просто частью их семейной традиции, которую она продолжала соблюдать. Для некоторых людей сейчас это просто еще один дополнительный выходной день. Правда? Это просто хорошее время заняться чем-то со своими друзьями, близкими. Этот праздник, праздник Кущи, который говорит нам, Бог обращаясь к людям, и Он говорит, 7 дней Господу. Что это значит? Бог сам говорит о том, чтобы мы отделили это время, эти дни, не просто для своих каких-то развлечений, и видя это время как свободное время для того, чтобы делать, не идти на работу или делать что-то, что мы хотим. Но на самом деле это было время, когда Бог говорил, я хочу эти 7 дней для меня. Я хочу, чтобы вы провели время со мной. Хочу показать вам небольшую картинку, которая представляет сейчас этот период, когда народ Израиля жил в пустыне, жил в шалашах. И я думаю, вам нетрудно догадаться, что же значил вот этот большой шалаш или больший, или кому он принадлежал. Есть какие-то идеи? Это было скиния собрания. Но кто пребывал в этой скинии? Господь. Мы часто говорим о Боге, который везде и во всем. Но мы знаем, что во время путешествия народа Израиля народ не был одним. Они не были одни. Бог не просто сказал им, сегодня вы выходите из Египта, и я встречусь с вами в Ханаане, в обетованной земле. Писание говорит, что Бог пребывал со своим народом. Он был их лидером. Он их вел, он находился с ними, он защищал их, он обеспечивал их, он направлял их. Он их был их Богом. И весь народ Израиля знал, где пребывает Бог. Мы знаем, Моисей приходил туда. Если людям нужно было, кто-то открывал свою палатку и говорил, «Вау, я хочу встретиться с Богом». Подумайте об этом. Божья палатка или Божья скиния, шалаш, он находился также среди своего народа. Мы знаем, что Бог также в течение путешествия по пустыне, он хранил свой народ. Кто из вас путешествовал по пустыне, мы знаем, днем жарко, ужасно. Мои путешествия по пустыне были действительно короткие, но я до сих пор их помню. Днем ты не знаешь, куда спрятаться, ты пытаешься найти тень. Ты хочешь все время в воду. Ночью холодно, прохладно. Ты не знаешь, где найти, чем накрыться снова, чтобы сохранить это тепло. И Писание говорит, что Бог даже позаботился об этом. Он в течение дня он был облаком, он ставил столб облачный, защищая народ от палящего жаркого солнца. Ночью он вел их в столбе огненном. Что он делал? Он действительно обеспечивал им ту температуру, необходимую для жизни. Он как отец, любящий отец, заботился о своих детях. Он пребывал
в этом близком присутствии со своим народом. И Божье присутствие, оно не было проявлено во всех местах на всей земле. Но мы знаем, Бог проявлял свое присутствие особенное со своим народом. Он проявлял свою близость. О чем говорит близость? О избранности. Он говорил, что Он избрал этот народ. Он избрал его для себя. Он избрал его из других народов. Писание говорит, другие народы, они были, поклонялись идолам. Они жили совершенно другой жизнью. У них не было, у них были свои цари, но у них не было царя Бога. Народ Божий отличался от всех других народов. И подумайте об избрании. Иисус сказал своим ученикам, «Не вы меня избрали, но я избрал вас». Бог избрал нас во Христе, верующих во Христа, верующих в Иешуа, сделал нас частью Его удивительной, благословенной, избранной Божьей семьи. Мы принадлежим Ему. Он не говорит, что Он пришел в нашу жизнь в один день, чтобы завтра покинуть нас. Он не пришел, чтобы оставить нас, сказав, встретимся на небесах, может быть, если ты туда дойдешь. Он обещал быть с нами постоянно. Писание говорит, Он дал нам залог Святого Духа. Он находится в нас. Он желает пребывать с нами. Подумайте о себе как о избранных. Избранной личности, избранной Богом. Ребенок Божий, Сын Божий, Дочь Божья. Бог избрал нас для себя, для отношений. В этот праздник... Это был период, когда Бог заповедал своему народу сделать что-то особенное. Он заповедал радоваться. Аллилуйя. Подумайте, Бог – царь всего мира. Он говорит, этот период я хочу, чтобы вы радовались. Радовались в моем присутствии. И это в буквальном смысле Бог дает заповедь. Левит 23 глава, 39 стих. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. Аллилуйя! Празднуйте этот праздник, Господень, 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его, чтобы знали роды ваши, чтобы, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш. И этот праздник, он напоминает нам о том, что было, но он говорит нам сейчас, Бог хочет быть со своим народом. Радуйтесь в том, что вы вспоминаете что, то, что было. Помните, что я с вами сейчас. И по традиции, один из путей, на самом деле, выражать радость. Через... Как человек выражает радость? Возможно, в словах. Да? Внешний вид, что-то меняется. Возможно, появляется улыбка. Кто не одевает маски, мы можем видеть ваши улыбающиеся лица. Но реальность выражается в нашем физике, выражение в нашем теле. Она выражается через танцы, через песни или псалмы, прославляющие Бога. И ожидалось в этот праздник, что как самый простой человек, самый знатный, доходя до царя, чтобы все могли радоваться. Те, которые управляли страной, должны были радоваться пред Господом. И здесь, интересно, есть традиция говорить, что радостью, которую человек радуется перед Богом в этот день, он исполняет заповедь. Совершает большое служение для Бога. И подумайте, здесь в этом празднике говорилось о возвращении уже домой на 8-й день. К комфорту, к стабильности, выходя из этих палаток, люди заходят в стабильное, крепкое жилище. И люди по-настоящему могли оценить домашнюю жизнь, оценить ее во всем и во всей ее красе. Кто из вас когда в последнее время жил в палатках?
Есть несколько, да? Но я могу сказать о себе. Мы с детьми периодически выезжаем на Кинерет, Генесарецкое озеро, и мы живем несколько дней в палатках. Это чудесное время, это благословенное время. Но я вам честно скажу, когда я возвращаюсь домой, я начинаю по-настоящему осознавать, как хорошо дома. Я начинаю ощущать это состояние комфорта опять, которого у меня не было в течение этих нескольких дней, живя в этом маленьком жилище, в котором мы пребывали несколько дней. И я хочу вернуться к одной вещи. Бог желает отношений с нами. И мы живем в период Нового Завета с вами сейчас. Бог показал свою любовь и открыл доступ к себе, любому человеку из любого народа. Он избрал нас во Христе, чтобы жить с Ним, быть Его избранными детьми, независимо от национальности, независимо от нашего финансового положения, внешнего вида. Писание говорит, что между Богом и человеком был конфликт. И Библия называет нас врагами Бога. Говорит о том, что мы жили по своим личным похотям и желаниям. У нас была вражда с Ним. Но в послании к римлянам мы узнаем, что что-то произошло. Узнаем отношение Бога к нам. Написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Когда говорится о возможности, это говорится о возможности общения с Ним. Когда мы говорим вообще о возможности общения с кем-то, тут между людьми должно быть что-то общее. Здесь говорится о том, что было препятствие, которое мешало общению нашему с Богом. И между Богом и людьми не было этих прямых, живых отношений. Также есть препятствия, которые существуют между нами, между людьми, друг с другом. Когда есть конфликт между людьми, что происходит? Проходит время, когда люди начинают отходить друг с другом, перестают общаться. Правда? То, что происходит, когда у нас есть конфликт с кем-то, и чем продолжается дольше, общение прекращается. Люди расходятся, разрушаются семьи, разрушаются взаимоотношения с людьми или с группами людей. Люди отдаляются дальше и дальше друг от друга. Когда касается семейных отношений, подумайте, возможно, маленькая вещь, которая была сказана или сделана, она привела к обиде, люди перестали общаться с друг другом. И через время отношения, которые когда-то были наполнены любовью, наполнены жизнью, пониманием, стали охладевать. Любовь охладела. Это привело к разделению. И в конце концов, такие браки распадаются. Отношения между друзьями распадаются, когда есть непрощение, когда есть обида. Господь желает восстановления отношений. И Он сделал это все со своей стороны. Помните, Бог, Он все время был со своим народом. Он был тем, который вел их. Это было в прошлом. Я хочу указать нам на аспект, который будет в будущем этого праздника. Книга Откровения, 21 глава. Здесь говорится о том, как апостол Иоанн, он увидел будущее. Он увидел то, что будет происходить. 21 глава, начиная со 2 стиха. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. И здесь будущее, обратите внимание, что здесь не говорится о будущем без Бога, о тех, которые признают Его. Здесь говорится, и Бог будет обитать с ними. Какой период это будет? Это период вечности. Это будущее, когда Бог во плоти будет пребывать со своим народом. Мы будем видеть Его, будем ходить с Ним, будем находиться в Его присутствии. Так же, как Бог когда-то во времена путешествия еврейского народа по пустыне, Бог постоянно проявлял свое присутствие. Да, Он был с ними. Также будущее говорит о том, что Бог будет пребывать с людьми. Он будет обитать, пребывать, жить вместе со своим народом. И этот стих показывает нам глубину Божьего желания и предназначения человечества. Бог желает нас, желает иметь отношения с нами. И это отношения не временные, но они вечные. Бог желает жить в близких отношениях с человеком, и наше предназначение – быть личностью, которая живет для Бога. Бог желает, чтобы мы жили для Него. Был такой человек, которого звали Чарльз Спержин. Я хочу прочитать его высказывание. Он написал: «Самая великая слава небес заключается в восстановлении того, что было потеряно Адаму из-за греха». Я не думаю, что слава Эдемского сада заключалась в красивых холмах, покрытых травой, и не в ветках деревьев, сгибающихся под обилием душистых плодов. Но слава Эдемского сада была в том, что Бог-творец ходил в саду в прохладе дня с человеком. Он был с ним. Самая высшая привилегия, которой удостоился Адам, что он ходил в дружеских отношениях со своим Творцом. Вот это привилегия. Какая привилегия есть у нас с вами? Помните, Суккот напоминает нам о прошлом. Он также напоминает нам, говорит нам о будущем. Бог будет со своим народом. Он наш Господь. Он искупил нас. Он взял нас в свою семью. И те, которые не знают Господа, это время обратиться к Нему для того, чтобы найти мир, найти жизнь, найти примирение с Ним. Это время обратиться к Нему в молитве. Если вы считаете себя верующим человеком, но вы знаете, что у вас нет отношений с Богом, возможно, это время, когда сказать: «Господь, прости меня, я хочу ходить с Тобой, я хочу ходить в полноте, я хочу знать Тебя лично, прийти в мою жизнь. Я хочу ходить с Тобой каждый день в моем существовании здесь, на земле. Я хочу иметь отношения с Тобой». Возможно, вы думаете, что Бог не любит вас и находится далеко от вас. Это также время сказать: «Господь, прости меня, что я не верил в Твою близость. Прости, что я думал, что Ты обижаешься на меня и не можешь простить мне какой-то грех, который мы совершили. Я отошел от Тебя». Господь желает отношений с каждым из нас. Он желает близких, живых, истинных взаимоотношений. Он желает примириться. И мы можем прийти к Нему через Иисуса Христа, который пришел показать нам Божью любовь, Его желание быть с нами. Он примирил нас с Богом. И в книге послания Иоанна в 6 главе Иисус говорит: «Приходящего ко мне», это есть обетование Божье, «приходящего ко мне не изгоню вон». После 37. Давайте мы склоним голову сегодня. Давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя за это удивительное примирение, которое у нас есть во Христе. Господь, спасибо, что Ты избрал нас для взаимоотношений. Какая привилегия есть у нас ходить с Тобою, как ходил Адам в Эдемском саду. Насколько удивительна эта привилегия ходить с Тобою здесь, в этом мире, зная, что Ты рядом, зная, что Ты слышишь, зная, что Ты любишь, зная, что Ты желаешь личных, живых отношений с нами. Господь, я прошу, действительно, помоги тем, которые чувствуют себя далеко от Тебя, открыть свои сердца
сказать: Господь, я отдаю Тебе свою жизнь. Я даю Тебе право действовать во мне. Я даю Тебе право работать в моем сердце. Я даю Тебе право управлять моей жизнью. Я хочу ходить с Тобой каждый день. Спасибо, что Ты мой обеспечитель. Спасибо, что Ты моя скала. Спасибо, что Ты все, что есть у меня, это Ты. Все, что есть у меня, Ты даешь мне. Спасибо Тебе, что у меня есть вечность с Тобой в небесах. Господь, я прошу, помоги каждому, кто отошел от Тебя, кто далек или нет отношений с Тобой. Господь, вернуться к живому Богу, вернуться к истине, вернуться к отношениям детей и отца. Отче наш, Господь наш. Господь, помоги нам помнить, что это наш период жизни на земле, это временное пребывание здесь. Господь, но у нас есть вечность. Господь, мы надеемся на этот мир. Господь, но мы надеемся на Тебя, на Тебя, на Твое, полагаемся на Твое Слово. Господь, Ты пригласил нас в семью. Ты сделал нас святыми. И в этот праздник, Господь, мы не просто вспоминаем, что было сотни лет назад. Господь, мы уверенностью говорим, что Ты наш Господь. И мы уверены в нашем будущем, потому что Ты искупил нас от греха. Ты искупил нас и ввел нас в Царство Свое. Мы славим Тебя. Господи, мы ожидаем Твоего возвращения. Возвращайся, Иисус. Барух Аба, Бешем Адонай. Благословен грядущий во имя Господне. Аллилуйя. Adonai.